Цілий тиждень інтернетом і на центральному телебаченні розповсюджується інформація про закриття 15-ї школи. Буцімто у красному лучі потурають державну мову. Мовляв, 15-та школа єдина у місті, у якій навчальний процес організований українською. Інші проблеми: економічна доцільність, перспективи працевлаштування, зручності учнів дістатися школи, журналісти оминули. Управлению освиты эти сюжеты считают однобокими. Та информация, которая была показана по каналам СТБ, по пятому каналу, совершенно не соответствует действительности. Почему? В нашем городе сегодня работают 30 школ. Из этих 30 школ 11 являются школами украиноязычными. То есть там обучение идет полностью во всех классах на украинском языке. 15 школ двуязычные, то есть преподавание, есть классы и украинские, и русские. И только 4 школы являются у нас русскими, русскоязычными. Если проанализировать количество детей, которые обучаются на украинском языке, то это 62%. Если проанализировать количество классов украиноязычных, то это 67%. По данным показателям, Красный Луч является одним из первых в области то есть процент украинских классов и украинских школ у нас один из самых высоких именно в области. Поэтому говорить о том, что мы притесняем одну единственную украиноязычную школу в регионе, именно такое название носил сюжет, показанный по СТБ 7 февраля 2011 года. Этот сюжет не то, что не соответствует действительности, он полностью является лживым. Хотелось бы еще сказать о том, что все дети, которые обучаются в 15-й школе сегодня, при закрытии ее с 1 сентября 2011 года перейдут обучаться в школу номер 29, которая является украиноязычной, и в школу номер 4, в которой из 20 классов 10 русских и 10 украинских. То есть говорить о притеснении никто не имеет права. Кроме этого, в сюжете было сказано о том, что детям почему-то придется переучиваться, то есть их будут обучать теперь на русском языке. Этот факт тоже не соответствует действительности. На каком языке ребенок обучался с первого класса, на таком языке и будет вестись преподавание в 2011-2012 году. Татьяна Поскрякова подтвердит, что незручностей достаться 4-й или 29-й школе также никаких нет. Адже их расстояние от від 15-й школы совсем невелико. От крыльца 15-й школы до крыльца 4-й школы ровно 178 метров. При этом детям не нужно переходить дороги, при этом им не нужно проходить мимо каких-то каких пустырей, как пишут родители в своих жалобах. Поэтому никакого, никакой угрозы для жизни детей не будет. Что касается 29-й школы. Расстояние открыться 15-й школы до 29-й 508 метров. Да, детям нужно будет преодолеть одно единственное препятствие – это автомобильную дорогу. Но трасса, даже дорога не является трассой, она не является такой оживленной, как, например, центральные магистрали нашего города. Кроме этого, там э, стоит знак «Осторожно, дети» и есть пешеходный переход. Педагогический коллектив 15-й школы также обещают процеловштоваты. Педагогический коллектив будет обеспечен работой следующим образом. Сегодня из более 20 человек э, учителей 15-й школы 11 пенсионеры. Четверо человек, это учителя начальной школы, идут со своими классами, со своими учениками в четвертую школу, переходят в четвертую школу. Остальные учителя переходят из 15-й школы в 29-ю. Может быть, у кого-то будет неполная нагрузка, но, к сожалению, это реалии сегодняшней жизни. Проаналізувавши останні події навколо 15-ї школи та телевізійні сюжети, управління освіти прийшли до висновку батьків учнів, дехто використовує у задоволенні власних політичних амбіцій. Уважаємі батьки, ваші ваше вимушення і ваш такой вот протест на жаль, сьогодні політиками саме в політичній цілі. благодаря тому, что вы являетесь неравнодушными к судьбе своей школы, сегодня вот эта ваша боль используется совсем не так, как хотелось бы вам. У четвер захисники 15 школы пануют пикетовать Миску Раду. Светлана Жерна, Виталий Чербаков, новини телекомпания «Луч».